Поехали! Блин, правда сейчас мне Мирон будет писать, чтобы я ему ссылку сбросил. Это плохо. Еще соперник по-прежнему сейчас быстро вот будет разыгран в исполнении, но у меня не переключается. Нормально. Так, ну ладно, пусть так. О, отлично, Криштиану, должен убегать он от Марсела. Просто как от стоящего. Это португальцы делают. Попадать-то нормально, не смог. А что Рамос тут делает? Я не хотел, чтобы он сюда приходил. Отлично. Так, Рамос, иди домой. Ты пьян. Ой-ой-ой, как хорошо! Штанга! Еще! Ну! 1-0! Да, отскочил мне сейчас жестко. Хорошее начало, но в предыдущем матче оно тоже было неплохим. Тем не менее, до Golden Goals дошло. Слава богу, удачно для меня. Отлично, перехват! А убежит ли Бензема? Нет. Пепе слишком большое преимущество в расстоянии. Ну, вот так вот спокойненько. Бензема теперь летит. И остановить его. Так интродак не считает, но аут я все равно зарабатываю. Ну, конечно, да. Ну, на что ты рассчитывал, я не пойму. Конечно, это была передача на Альдил, который так одиноко стоял. Так, 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 так. Ч-ч-ч-ч-ч. Погнать. Выиграть, выиграть мяч. Ну, что-то непонятно сейчас произошло. Наверное, верховой я все-таки проиграл. Почти перехватил. Не догоняет мяч, мы сюда один. И на Бензема блестящий перевод. Но опять тут Рамос уже, так сказать, хорошо отошел, но ошибка соперника и 2-0. 2-0, господа. Тут, конечно, Рамос виноват во всем, просто непонятно, что тут хотел сделать. Криштиану явно прочитал ситуацию и удвоил мое преимущество. 2-0. Носится мяч. Передача неудачная. Ай! Через заскоки таки доходит. Бензема, ну что ты... Что ты как не родной-то, а? Все боится как-то. Ай, разогнался, ну слишком сильно. Так, выкрутился из ситуации этой. Судозил. Финт-то где? Несут. Ну так вот, через отскоки с командным взаимодействием мячики мы себе все-таки отвоевали. Там Бензема же. Как хорошо. И ты как плохо ты принимаешь мяч. Француз убогий. Все так просто. Ну и не все так просто. Уже и для меня.
Ну на Модриче же было! Непонятливый компьютер. Нет, все, так шутить нельзя. Не проходит что-то такие передачи. Я что-то не понял. Марселу с Лангом я поменялся, что ли? Кто разрешал? Или я не поменял их флангами до начала матча? Спокойненько. Главное в нашем деле это спокойствие. Но сильно. Задумки верно, но сильно. Как говорят сейчас, молодежь слишком толстая. Понятно, куда я мяч сейчас послал. Блин, вот это подарок просто, и молодец, по-моему, Модрич, который ногу подставил и перевел мяч на угловой сейчас. Еще один угловой. Ой, Азил, ой, Азил! Как по-дурацки это все получилось, была не его, не, так сказать, основная нога, поэтому не факт, что даже вообще ворот его попал, пришлось пасовать на Бензема, но ничего не вышло. 2-0 пока после первого тайма. Любыми командами вообще не имеет значения. Можно сборными, можно клубами, можешь хоть одной звездой играть. Про популярные команды я уже рассказывал. Сейчас я матч закончу и еще об этом немножечко расскажу. И Бензема, да чтоб тебя похоронили! Что ж ты делаешь ты сегодня? То в пустыню не попадает, то в защитника, то еще чего. Выбить, выбить! Так, кто у меня отстал? Марсел, вот он! Причина всех моих поражений. Практически. Все-таки 2-1. А почему? Марсело, где ты был, мне вопрос. Вот где ты был? Not near your computer? Stream digitally imported right on your smartphone. Just go to www.di.fm/apps. Так, открывается, смотри. Все, Марсело, иди домой. In your mobile marketplace. Так, я не понял, тут, по-моему, они Рамоса на фланг утвердили. This station is brought to you by PhotonVPS.com. Affordable Enterprise Level VPS. Так. Use your VPS. Ну нет, ну на фланг же ты, Азил, бежал. Так хорошо, все было. Server, and much more. Prices start as low as $10.95 per month. Get your VPS now at PhotonVPS.com. А вы ведь не хотите ли? Так, у меня там что-то залежи. Ну, это читалось. Во всяком случае, для меня точно. Можно было побегать. Азил что-то как не сжелал. И опять промах. Биатлон какой-то уже. Где Марсело? Вот он. Этим посильнее. Рамосту как у него далеко убежал. Этим надо пользоваться, Бензема, убеги! Ну! Головой! Подача! Прям на Криштиана. Вот там Азил один, ему передача следует. Отлично открыли пространство для немца.
Я не знаю, как он продрался сейчас, но это было отлично! Офсайд? Офсайд? The stars came out to shine across the waterline. I can feel you on the other side. Фу, Модрич, ну сегодня он просто герой дня. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой! Давлю, начинает соперник, замена нужны. Стали мои футболеры. When I close my eyes. Почему нет? Там, если я нормально такую скорость набрал. Сейчас нам придется за него отработать. Бегуна я такого. А вот так вот перехват-то не хотите ли? Ну беги, Бензема! Проломить! Не, это не в его правилах, не в его компетенции, так бы сказать. Зилу тоже надо бежать назад. Вот и ошибка в передаче. Мяч у меня. Замена у соперника происходит, Лука Модрич. Сейчас уйдет с поля, недаром же нам его показывают. Побегать можно, Кальехон, ты же свеженький. Нет, с тобой червить я не решусь. Ну какая, вообще без борьбы. Проиграл конус. Так, червить тут не надо. Азил, Кальехон. Я люблю этого парня за то, что он помогает обороне всегда. Ой, как! Блестящее! А-а-а! Я не думал, что у меня так все хорошо получится. Конечно, что там надо было бить щечкой, делать счет 3-1. Ой-ой-ой. Быстрый контра. Что ты будешь делать, Азил? Нет. Вперед! Абордаж! Ой-ой-ой! Какой блестящий перехват! Я офсайд! На секунду пораньше. 90-я минута, сейчас самое напряжение. А я сделал это за...